Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволит вот так вот дергаться любому вашему тексту. Это хорошо подойдет, если вам нужно привлечь внимание человека к какому-либо блоку на вашем лендинге. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Данный виджет я перетаскиваю на холст. И у него есть всего одна настроечка. Это поле, куда вы вводите тот текст, который вы хотите заставить вот так вот дергаться. Пишем, например, текст написали, нажимаем Enter. Также вы можете выбрать инструмент текст, назначить цвет данному тексту, какой-то другой, назначить размер. Вот, в принципе, у нас уже все готово. Давайте посмотрим в браузере. Текст у нас дергается, все хорошо. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!